Ясь – рыба рода ельцы семейства карповых, широко распространенная по Европе. Ясь имеет удлиненное толстое тело и внешне напоминает головля, но отличается от него более уплощенным туловищем, мелкой чешуей, узкой головой и немного иным окрасом. В целом выглядит рыба довольно красиво, ее чешуя имеет выраженный золотистый оттенок, который хорошо сочетается с ярким красноватым цветом плавников. Окрас молодых язоей краткая, называемых подъязками, несколько светлее, чем у взрослых особей. Размеры язя обычно невелики, длина тела составляет 30-50 см при массе до 1 кг, однако некоторые рыбы вырастают до метра и набирают вес 6-8 кг. Обычные места обитания язя – это реки, речные пруды и проточные озера. Однако рыба этого вида может обитать и в морских заливах с солоноватой водой. Больше всего ясь любит глубокие заводи с медленным течением, омуты, ямы, участки с заиленными грунтами и места около мостов.